первый ряд пойдем. Спартак тут получает еще. Присаживайтесь, присаживайтесь. Места есть, с ребятами до возраста. В четверг в ЗАГСе звучал не марш Мендельсона, а песня советского детства «Пусть всегда будет солнце». Под ее звонкие аккорды школьники вместе с родителями вошли в зал торжественных церемоний. 14-летним ребятам вручили паспорт гражданина Российской Федерации. Я от души ребята вас всех поздравляю. Я желаю вам сейчас, чтобы вы учились на хорошо и отлично. Что те ребята, которые будут поступать в среднеспециальные, высшие учебные заведения в дальнейшем, получили образование, реализовали свое право, ну и затем вернулись к нам в Сергиево-Посадский городской округ. По-хорошему гордитесь своим гражданством, храните верность своей родине и будьте счастливы. У Ирины Полянской сразу две дочки получили паспорта. Кристина и Полина – двойняшки. А сегодня вспомнилось мне, 14 лет назад нас здесь чествовали двойняшек. В этом же ЗАГСе нас поздравляли. Так что, ну, такое радостное событие. То есть вы и не думали, в общем-то, что так вот получится и вернетесь? Абсолютно не думали, абсолютно. Девушки учатся в 18-й школе, Кристина будет экономистом, как старший брат. Полина хорошо рисует и мечтает стать дизайнером. Сегодня сестры рассуждают о важности главного документа. Ну, это ответственность уже за свои поступки и слова. Ответственность за закон. Ну, я чувствую ответственность теперь и рада очень сильно. Паспорта в новенькой обложке с надписью «Люблю Подмосковье» получили 14 школьников Сергиево-Посадского городского округа. Ирина Белякова, Михаил Кирсанов, программа «События».